Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Денис, и у меня для вас хорошая новость, особенно для женской аудитории. Сегодня будет ассасин, но сюрпризом. Кто не знает, по крайней мере, как сказать, будет сюрприз. Поэтому из-за того, что... Как сказать, компьютер возобновился, есть много сюрпризов, которые вас, в принципе, ждут. Так что присаживайтесь поудобнее, ставьте чаек или кофеек, и парни и девчонки, всем приятного просмотра, и, как говорится, Казуку Фэмили. Так. Сейчас, секундочку. Так. Сейчас. Казу. Даю. Не всегда удобно вбивать, ну да ладно. Смотрим. Так, и что-то... Довольно странно, что звук пропал, ну да ладно. Надеюсь, он не пропал. Вот. Это, наверное, не знаю, ролик, что ли. Такой вот. Ну... Так. Чё дальше? Загрузка. О, ё-моё. Дан-дан-дан-дан-дан. Вот, и получается, что... Вот в этом и заключался сюрприз. Мы играем за девочку. Вот за такую вот интересную девочку, которая бежит за курицей. Я надеюсь, вам очень интересно. Очень забавно даже, я бы сказал. Ну да ладно. Hard working, strong, healthy too. I told you to keep your place, Congo. As I was saying, monsieur, this one is strong as an ox. It's in good health and all, not cutting the missing toes. Жесть. Мама? Чего? А как пробиться-то, алё? Так. Вот так? О, удобно сделано. Бля, игры от Ассасина прикольные. Я фанат, конечно, Ассасина, но, блин. Так, а дальше чё? Мама, мама. Жесть. Так.
А что делать дальше? Так, пойти к матери, ага. Так. Она, походу, здесь, да? Воу. Или это не она? Это она? Сейчас глянем. Мама! Пардон, мадам. You there, Brantling pest! I'll have you arrested! Да за что? Вы чё, офигели? Так, подожди, стоп. А чё? О, нифига себе. Ё-моё, меня сейчас грохнут. Оу. Нифига себе, она их замал... Оу. Не понял. Это что, типа сон? Aveline? Ma chérie, you were shouting again. Was it the nightmare? Oui. Only a dream. I'm sorry to have woken you. Shh, ma chérie, shh. Never apologize. A mother worries, even a stepmother. Thank you, Madeleine. Мачеха. Ну да, она ж типа сирота, мать потеряла. Мама, do you worry too? Так забыла? Ты потерялась, мать, ты чё? Забыла. Or are you gone? Да, товарищи. In any case, the night has better uses than sleep. Тон-тон-тон. Ну да, ты же ассасинка, типа, ну да. Вот, ребята, и сюрприз. А, девушка-ассасин. Такс. И что нам делать? Куда валить? Так. Голуби, голуби. Сюда, что ли? Рили? We have uncovered news of a plantation from which slaves are vanishing. The owners reported their escape, but our network can find no trace of them. If you don your slave guise, perhaps you can investigate this mystery from within. A dressing chamber has been prepared for you in a strategic location. From the top of the cathedral, you will see it. Чёза. Так, ну хотя бы здесь контрольные точки указаны, и то хорошо. Чтоб не заморачиваться-то особо, да? Ой, блин. Так. Ладно, пробуем. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, немножко непривычно, но хотя бы можно так играть, вполне. Вполне можно так играть. Так, нам наверх.
Так, колокольня это наверху, да? Окей. Да, это, кстати, офигенно, то, что девушка-ассасин. Вполне круто сделано. О, и расцвело. Походу. О, да, как я это люблю, начало. Ассасин, Liberation, свобода. Так, переодеться в рабыню. Так, стоп, а нам опять что ли прыгать вниз, что ли, да? Так, наверное, сделать надо синхронизацию. Нашу любимую, да? И хоть что-то будет доступно. Опа! Мы просто ассасины, ничего такого за это. Ребят, не это. На, девушка-ассасинка. Je vous souhaite le bonjour. Да-да-да, bonjour, bonjour. Украсть. Особняк губернатора. Так. Так, личина ассасина, ага. О, госпожа. А, в рабыню превратиться. Ну да, я так и понял. Очаровывать и подкупать стражу. Но это мы знаем. Так. Нам сказали, что надо в рабыню превратиться. Так, а дальше? Куда? A delivery will arrive at the plantation. A perfect cover. Hide in a wagon and follow the cart to discover the location without being seen. Ага, значит, добраться нам надо до ворот, да? Ой-ой-ой-ой, как она тормозит-то, а? Местами-то, ну чё поделать? Игра-то не старая-то, да? А такая, приличная. Ладно. Грех жаловаться, да? Зато играть можно. Просто... Так, а нам что, туда, что ли? Ой-ой-ой, куда ты полезла? Твою же мать. Так, а какой уровень у нас известности, а? Походу, что... Походу, что не маленький, да, раз? Только с какой стороны-то? Ой, блин. А, чуть-чуть совсем было, ё-моё. А я уже забоялся, думал, что много. Так. Ладно. Да, конечно, что столько выдает, может еще меньше, конечно, сделать. Так, где-то здесь, да? А, вот он сундук. Блин, управление, конечно, непривычное. Ну, что поделать.
Куда они идут? Отлично. Да, я, наверное, все-таки графику снижу. И в Ассасине, и здесь. Потому что с такими тормозами, ну, реально играть не вариант. К сожалению. Зато FPS, конечно, значительно лучше станет, но что поделать. Только так. Так. Собачка, собакен. Гав-гав. Так, сюда, да? Ту-ту-туру, ту-ту, ту-ту-ту. А так, конечно, да, играется интересно очень. Что? Чё-чё-чё-чё-чё-чё, быстрей-быстрей-быстрей-быстрей. Я не это не сразу среагировал. Так. Берем. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Да, так интересно, конечно, сделано, прям вообще со смыслом, круто. Так. Так, а чё ты подозреваешь, чувак? Я вообще-то это, ящик несу и это, типа работаю, прикинь. Ах, мой начальник, а чё ты ругайся, а? Я тут работаю, ящик тащить, а ты на меня что-то смотри, да? Жаловаться, да? Гад ты такой. Здорово, пацаны. Who are you? How did you get past the guards? We have plenty of trouble here already. Don't need no more. I'm Aveline, a friend. Slaves have been reported escaped, but none has yet reached any safe house. My contacts fear the worst. If you're a spy, Aveline, you won't find no cause for persecution here. My brothers have vanished, then my aunt. Today, my youngest sister, Therese. They ain't escaped, as you say. They are taken. Besides, Therese would never survive on her own. I'll find her. If any have trodden through these fields, they must have left tracks. Так, взобраться на особняк плантации. Еще попробуй. Осмотрись, блин. О, сорян, чувак. Так. Лишь бы никто не запалил. Да давай, забирайся, мать твою. Ух ты, сука. Тяжеловато было забраться. Так. Куда ты идешь? Так, сейчас посмотрим, что к чему и почему, да? Так. Так, стоп, туда. Ну туда, так туда. Только я не хочу, блин, теперь палиться между вашими друзьями. Так, осмотреть сарай, хорошо. Так, охранники внизу уже вижу. Блин, они, наверное, заметят, да? О-о-о, парни, ничего нету, парни, вам показалось.
Вам показалось. Всего лишь. Так. Спускайся, ну. Блин, пока спустишься. Так, оу. Так, идем. Тихо, тихо. Don't be afraid, Therese. I'm a friend. Who did this? Your master? No. This son. Oh, please help. Be strong. I'll get you to safety. You'll pay for this. Guards, hurry! We've got rats in the barn. Ну, зря вы все это сделали, ребятки. Опа. На. This nightmare. I can't take no more. His terror is over, Therese. Stay with me. We must hurry. Так, куда спешить-то? О, блин, а еще эта баба, блин. Доставить. Так. Угу. Обыскиваем этих ребят. На предмет денег, да? Так. Поехали. Куда ее доставить-то? Деточка. Авелин, my daughter, wandering alone at dawn. Where have you been? After the nightmare, I went to take air. Dear stepmother, I'm grown now. You needn't worry for my safety. You underestimate the dangers of the world. If not your safety, then to your reputation. Why must you be so headstrong? I wish you would... In truth, Madeleine, I'm in need of your assistance. I'm afraid it's urgent. What now? While walking, I was startled by cries of distress. Following them, I discovered a woman, a slave, badly wounded. Where is she? I will send help. She awaits in a wagon outside in the street. Evelyn! Don't be cross. I knew you'd know the thing to do. I couldn't risk leaving her to perish, or worse. Or worse! You have already sentenced her to persecution by your very impulsiveness. Very well. I will not turn my back now, not that you have left me much choice. I will see that she is treated in utmost discretion. Thank you, Madeleine. In the meantime, hurry to town and fetch her new traveling clothes. Go quickly. We have no time to lose. Понятненько, мы ее доставили, оказывается, к себе, да? Так, чего? Сорвать объявление? Хм. Красотища-то какая. Так. Так, а я вот хочу... Ага. А как нам тогда... Сокровище взять. Блин. Я сокровище хотел взять. Ё-моё, ребята, чё за подстава? Купите одежду. О, начнется сейчас поворотище. Так. Salutations.
Да ё-моё, дай пройти. Твою ж мать. Опа. А где? Не понял. Тут же вроде рядом где-то сокровище. Разве нет? Блин, с другой стороны, Рилли. Твою мать. Да-да-да. Excuse me. Так, стоп, а где? А, вот она. Весело. Так. Ладно, сейчас посмотрим, что к чему и почему, да? Правда, уже скоро эту серию закончим. Так, стоп. Чего? Чего, блин? А, дорожная одежда. Приобрели или нет? Что-то я ничего не пойму. Так, вернуться в особняк. Что-то я не пойму, мы приобрели? Так, что это значит? А ну-ка еще раз, я что-то немножко не могу вдуплить. Мы приобрели, нет? А, да, приобрели. Походу. Так, ладно, возвращаемся в особняк. Особнячок. Да, погодные условия, конечно, тут классные сделаны. Ничего не скажешь. Та-да-да-да-да-да-да. Так, а чё, можно взаимодействовать с охранником? Так, здорово. Чего? Да не хотел я обязательно прям это делать. Мужик, отвянь. Та-та-да! Пока. Да пока, все. Блин, зря это сделал. Чё? Да ничего не хочу делать, достали. Ёлки-палки. Вот смешная эта ситуация-то возникла-то, да? Чего? О-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, в смысле, а чё я сделал-то? Так, подожди, всё, я вижу. Я чё-то не сразу свой особняк заметил и приметил, блин. Бам-бам-бам-бам. Avelyn, late to lunch and looking ashen again. I fear you are not resting enough. Oh, Papa. I'll take my rest when this life is exhausted. You will hasten that end at this rate. I do fear you are more like your father than his feet for a lady. A chip of the same block. In passing, Monsieur Blanc requests your assistance at the warehouse. I dare say he has work to offer. Is that all he has to offer? I should think for all his attention, he would request your hand. All the same, it's the work that interests me. Philippe. Oh, dear me. By the turn of this conversation, it would appear I have lingered too long at this table.
If you'll excuse me. Good day, Papa. There, he is gone. I can tell you now, Avelyn. I have taken care of everything. Your friend will be safe. If you have any more womanly problems, do not hesitate to see me. Ой, женские проблемы, критические дни. Ну да. Так. А сохранение было, походу, да? Чего? Так, а... Ага. Вышка есть. А, это воспоминания. Ё-моё. Так, а нам чё, как раз на воспоминания идти, что ли, да? Ладно, на этом остановимся, дорогие друзья. Девочки и мальчики, надеюсь, вам понравилось. С вами был Казуку Фэмили. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Репостите видео. В принципе, мы дальше будем продолжать такого интересного ассасина за девушку Эвелину. Так что всем до встречи, всем удачи, до новых встреч. Всем пока!